А сегодня, друзья, у нас небольшой обзорный тестик хороших светодиодных лампочек. Мы озадачились этим вопросом. Вот у нас есть сотрудник Костя, он хочет себе... Точнее, хотел бы себе линзы, у него денег нет. Ставят обычные просто хорошие светодиодные лампы. И у него была задача, какие себе поставить. Увидели, целую гору мы перебрали. Но все-таки мы нашли отличное решение. В этом убедились еще раз. Значит, ставим мы лампочки для теста Ford Focus 2 рестайлинг, где свет идет от отражателя. Сейчас мы вам покажем, как светят у них разные лампочки. Начнем с хорошей галогеновой типа лампы, которые у нее стояли. Это Philips Diamond Vision, который сейчас стоит сумасшедших денег, в районе там 3-4 тысяч рублей за пару. Сейчас включим, покажем, как они светят. Сейчас Иван подключит. Цоколь H7, да, здесь вроде? Угу. На примере, кстати, H7 цоколя. Включаем. Вот он, свет. Ну, даже вот так, скажем, просто на стенде не очень. А вот у нас, типа, на потолок мы уводим, смотрим. Вот такой свет у нас получается с галогеновой лампы Philips Diamond Vision. Ну, такой себе. Давайте теперь подоткнем модные светодиодные лампы. Вот такие есть у серии AMP Pro. В чем фишка, что они идут без... Кулер водопроводных охлаждений ставится как полностью штатная. Это, конечно, очень большой плюс светодиодных ламп, что не придумать надо ни с колпачком, никаких действий и так далее. Поставил за место галогены. Давайте посмотрим, как они светят. У них мощность что-то идет в районе там 30 ватт. Сейчас тоже подтыкаем, включаем. Опа, вот так они светят, уже белым светом, ну, как все диоды. Выводим. Но чем галогеновая лампа, однозначно уже интересней. Даже тот же сравнение с Philips Diamond Vision, который стоит дороже. Вот вам решение светодиодной лампы на примере AMP Pro. Ну и давайте теперь подключим коронка нашего выпуска светодиодной лампы, в которых мы убедились. M360. Это вот эта модель Magma, которая к нам приехали до Нового года. У них вся основная фишка в том, что у них идет диод здесь 360 градусов обзор в круг, а не 240 и так далее. Хорошие стоят вентиляторы, и они очень мощные. Давайте подключим. Как они будут у нас работать в обычном отражателе. Кстати, фары не новые, потасканные, то есть не отполированные. Просто чтобы вы понимали, что насколько свет изменится. Вот прикиньте, какую гору ламп перебрали. Вот сейчас вы увидите реальное решение. Кстати, пока нормально закроются. Включай. Вот, даже сейчас я вот на фару смотрю, они уже лупят. Смотрите, вот он. Вот он, свет, который нужен. Хорошее посередине пятно. Хороший широкий горизонт освещения, в отличие от галогенных ламп. Вот здесь реально будет свет. Вот оно вам решение еще раз, не на теории, а на практике. Модель под названием M360, еще по-другому называется M60, от компании Magma. С диодами 360 градусов, таким вентилятором. Ну и запомните, они вот такого вот желтого цвета. В наличии магазин Modern для тех, кто хочет с минимальными вложениями улучшить свет в своем автомобиле. Да, цена 3500. Это цена на январь 2024 года за пару вполне разумна. Реально по цене хороших галогеновых ламп.